тоже ломаете голову над тем, что же подарить на Новый год? И мы ломаем. И как раз об этом мы решили сейчас спросить у звезд российского шоу-бизнеса. Бери листочек, ручку, записывай, я побежал. Что подарить любимому человеку на Новый год? Надо дарить развивающую книгу, подписку на какой-нибудь телеканал. Ой, нет. Которые сделаны реально руками. Вот просто реально руками. Хендмейд какой-то. Вот просто взял, сел и сделал. Что должна женщина подарить, например, Егору Криду? Себя. А хватит? Справиться вообще? Все должно быть от души и от сердца. А что подарить любимому человеку на Новый год? Ну, я думаю, что нужно присмотреться к любимому человеку. Нос новый, может? Нет. А что-нибудь такое приземленное, материальное, вот до 5000 рублей? Духи. Сережа Лазарев вообще сказал, что самый актуальный подарок – это носки. Носки – это такая вещь, которая лишней не будет. Лишней не будет. И когда черные носки становятся серыми, прозрачными, когда черные носки мужчины становятся серыми, все. Это плохо дело. А мне кажется, черные носки скорее пятнистыми становятся. Там появляются дырочки. Почему прозрачные? Это вентиляция, да, новая, такая инновационная технология. Просто до такой степени никогда не доходил. Признание. Но я теперь буду знать, если что, что говорить. Что оставляет? Их нет, да. Многие начинают заштопывать просто, как бы. Теряется технологический процесс. Как дуршлаг. Вот обычно всякие пены для бритья, носки дарят. Вы извините меня, но вы видели, сколько стоит бритва? А носки? Носки, кстати, хранат сколько. Не стыдно подарить на бриллиантовый юбилей. Друзья, если вам стыдно дарить бритвы своим парням, подарите мне новую бритву. Она стоит 5 штук. С кассетами только, потому что кассета самое дорогое. Я стеклом бреюсь в этот бритв. И ножами. И ножами, тупыми. Признавайся, что загадал Деду Морозу на Новый год? Я, помнится, как-то на Новый год заказал себе проблем. Ну и как? Я их получил сполна. Дело в том, что я боюсь, что больше никому не придет дедушка, если выполнит только мое желание. Я скромен. Вот я бы пожелал бы... Самолет? Пожалуй, пускай будет самолет. Не больше, чем 3 площадки ночью. И увидеть свою семью. Я загадала мир во всем мире. Ой, Деду Морозу здоровья детям я заказываю каждый год. Мне кажется, это самый лучший подарок. Правда. Слушайте, на новые редузы мы заработаем. А вот любовь, здоровье и первый выпуск с комикса про Супермена, увы, не купишь. Пережить 10 дней праздников. Как выжить вообще в этот период? Выжить, наоборот, надо отдыхать, расслабляться, ходить кататься на коньках, на лыжах. Я в спячку впадаю на 10 дней. И кайфовать от того, что есть свободное время и заниматься чем-то безделием, наверное. Люди, ходите в гости, чтобы не принимать гостей у себя, чтобы не накладно было. Ешьте побольше, все как всегда. Ничего не изменится, даже если я посоветую... Потом похудеете. Даже если я посоветую, да, как-то следить за фигурой и за питанием, все равно не получится. Я советую переходить на сок-пюре. На сок-пюре. Здесь поел, здесь, может, что не носят. В общем, антикризисные советы. Максим, спасибо большое. Друзья, следующее хочу поздравить всех слушателей Love Radio и всех сотрудников Love Radio с Новым годом. Столько же любви, а может быть, даже еще больше. Удачи еще больше успеха. Новогоднее признание в любви и все. И я отстану. Спасибо. Я, кстати, как-то угадал. Я чувствую. Это мимо было, реально. Понимаешь, это вот умирающий жанр.